В Усянском районе из-за метели временно приостановили движение по дороге Усть-Куйга-Депутатский. Сильные ветры, по прогнозу метеорологов, продолжатся около суток. Как только метель ослабнет, дорожные службы района приступят к расчистке дороги. У нас сильные ветровые нагрузки, порядка 25 метров в секунду. Но, тем не менее, объекты жизнеобеспечения, все работают в штатном режиме, угроз жизнеобеспечения населения нет на данный момент. По состоянию на сегодняшний день котельные и ДЭС работают в штатном режиме. Запасы топлива имеются в необходимом количестве для обеспечения поселка в полном объеме. На постах ГИБДД проводится информирование водителей, следующих по автодороге Яна, об ограничении движения. Выставлены предупреждающие аншлаги, проводятся оповещение и информирование в населенных пунктах. Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по данному направлению и всем водителям севера, северо-востока республики перед выездом на дальние расстояния уточнить прогноз погоды на ближайшие дни, а также проверить наличие ремкомплекта, запасов горючего и теплых вещей. Сейчас на постах ГИБДД по автодороге Яна проводится информирование водителей. Во время неблагоприятных погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок.